Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Мой подписчик Андрей Савицкий, обратился ко мне с просьбой указать, сколько приблизительно весит мормышка, которую я показывал, как изготовляется из капсуля центробоя. Вот я сейчас вам продемонстрирую. Вот мы берем мормышечку. Они у меня разные есть. Вот такая мормышка, прямо вот в капсуле. Смотрим. 0,9 грамма. Вот другая мормышка, тоже из капсуля. Форма изменена немножко. Смотрим. 0,8 грамма. Вот такая мормышечка получается. 0,7 грамма. Вот такая мормышечка. 0,7 грамма. Вот такая мормышечка. Получается, сколько у нас? 0,6 грамма. Видите? То есть, в зависимости от того, сколько вы туда припоя сделаете. Вот такая мормышка. Тоже тут у нас с подвесочкой. 0,5 грамма. Вот мормышечка. 0,6 грамма. И вот еще 0,7 грамма. Ну, в общем, средняя получается 0,7, вот так вот, 0,6 грамма мормышка. Благодарю за вопрос. Всегда рад ответить на любые ваши вопросы. Вот такая мормышечка, видите, с подвесочкой 0,6. Ну, вот она в среднем получается. Вот такая 0,7. Вот, благодарю за внимание, успехов на рыбалке, жду льда с нетерпением. Мне хочется проверить все свои снасти, которые я напридумывал, делаю. То, что они будут работать, я, конечно, уверен на 100%. А сейчас у нас какая-то декабрьская весна, можно сказать. В декабре весна, тепло, 13 градусов сегодня было. Вышел, хотя утром был ледок. Ну, результат... Даже не хочу ролик выкладывать. Может, выложу, но там ничего интересного нет. Всем благ, спасибо, подписывайтесь, звоните, пишите. До встречи в эфире.